вместе соловьи. Это наш край родной, и грезы, и цветы. Это наш край родной, впрочем, пеют якобы. Это наш край родной, где бы ни был я, и городой я вернусь, и в чужой стране. Спасибо всем вам, похлопали сами себе, спасибо! Был жесткий проект. Передаю привет Андрею и Юле. Так, дальше танцуем с котейком. Спасибо. Амина. Поймал, чему я на свадьбе.
Карисянова Наиля Карисяновича. Микрофон отключите. Раз, два, три, раз, два, три. Видите, пожалуйста, если вы идите сюда, что вы поставите? Где? Так и есть. Дорогие мои, я понимаю, что мы утомили вас немножко. Слово дается нашему руководителю коллектива. Я художественный руководитель. А Наиль Гаризянович Гаризянов. Наш главный руководитель. Полковник ракетных войск. В свое время служил на Байконуре. Давайте поприветствуем. Если бы не этот человек, если бы не его звонок 2 года назад, мне лично, мы бы с вами здесь сейчас не встретились. Этот человек всю жизнь занимается творчеством, несмотря на свою профессию, очень нужную и важную. Вы знаете, мы живем в век цифровых и информационных технологий. Я даю сейчас ему слово. Наиль Гаризянович, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Да. Сіз мен бек үміт етемін, көңіліңіз болғандар, как остались довольны, я так думаю, что наше выступление. Вот и в будущем мы, если вам понравится, так мы еще встретимся еще в этом зале. Спасибо. Спасибо огромное, и я очень-очень сегодня была рада познакомиться и встретиться в таком замечательном месте. Хочется представить наш коллектив еще раз. Ваша покорная слуга Сния Шакирова, руководитель художества. Всегда с вами, всегда буду и есть. По порядку, как стоим. Наш замечательный Рафик. Подходите, пожалуйста. Роман. Уникальные инструменты в работе. Мандарина, гитара и тот инструмент, который еще не научилась выговаривать. Я обязательно научусь выговаривать. Как он? Лаут, испанская мандарина. Испанская мандарина, это у нас в работе. Значит, замечательная Нурджиан, она сегодня хотела спеть, но я думаю, что в следующий раз. Потом же поддержите, пожалуйста. Наиль Гаризянович, вы же познакомились. Дальше замечательная вокалистка наша Наджия. Ахля. Ну что, растущее поколение пошло. Динара, пожалуйста. Очень активно помогают, прям вот молодцы. Ну что, Фариду, вы, наверное, уже запомнили. Светлый человек, замечательный. Платить не держим, скажу так. Юлия, пожалуйста. Светлана. И Алина. И он такой скромный, но он такой запоминающийся. Выйдите, пожалуйста, Фарид. Дарька. Я думаю, кто один раз услышит звук
саксофона Фарида ни разу не забудет, никогда не забудет. Вот и мы его никак не можем отпустить. Он вот все хочет куда. Нет, Фарид, это наши все приходите. Ребята, я очень рада, что мы с вами познакомились. Наш ансамбль работает на базе культурного центра на Третьяковке. Это Малый Татарский, вы знаете, вы же там бываете, конечно. Значит, ребята, у нас проект, это не просто ансамбль татарской песни, это верх айсберга. У нас проект «Идель». Мы объединяем вокруг себя знающих, интеллигентных, и любящих и ценящих татарскую песню и просто народное татарское искусство. И будет